просил. О! Ну что, винстрик? Давайте, до этого ничего не было вообще. Просто ничего не было. Опять подлаги. Ну что ж ты будешь делать? Ну, вы видите эти фризы, да? Так, барак. Где же его ставить? Здесь рискованно, сорваться могут. Надо чуть ближе ставить. Надо было сразу добывать золото, потому что в прошлый раз, когда я такой билд использовал, не хватало бабла на вторую арчу. А это плохо. Это очень плохо. Какой счет? Счет 0-0. Первая игра. Какой может быть счет? Опоздавшим штрафные. Мунвелл я, пожалуй, второй лучше сделаю поближе тоже к потенциальному экспанду. Второй барак точно будет на входе, но этот резв значительно лучше. Во-первых, вряд ли будет борьба за эту базу. И не факт, что будет борьба за верхнюю, потому что там у человека он может сюда вот пойти ночку поставить. Это же вполне вероятно. Я даже на этой почве, скорее всего, барак поставлю ближе. Сверху, чтобы не только защищаться, не столько защищаться, сколько... Я готова. Поздно виспа вытащил. Ваш ход. Паладин первым героем. Хороший герой для эльфов весьма. Жду приказ. Придется, правда, сходить покрепить зеленую точку. Даже, наверное, дострою арчей на нижней. Ну, потому что тут не хватит мне, чтобы нормально крепиться. А тут недостроено. Да, ладно, не будем форсировать события. Бью без промаха. Мне неведом страх. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Надо сделать ретаргет, потому что паладин лечиться сам особо не может, а вот лечить может. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Тем более пирсинг урон по арчам он не только от средней брони меньше наносит, но и из-за их пассивки. Мой лук всегда со мной. Ой, а тут оказывается, да. О чем вы просите? Жду приказа. Тут, оказывается, пошел крепинг. Будем ли сражаться или сами покрепимся? Я думаю, надо самим крепиться. Grubby adopted me. О чем вы просите? Не-не-не. А, да. Ваш ход. Мне неведом страх. Ладно, черт с тобой. Я готова. Нужен Мунвелл. Внемлю вашим словам. Жду приказа. А лучше два. Мой лук всегда со мной. Жду приказ. Кривой висп. О чем вы просите меня? Священная роща осквернена. Да ладно, ты пойдешь дальше, что ли? Покажите мне путь. Абсолютно без разведки, абсолютно неадекватно. О чем вы просите меня? Я в шоке, если честно. Хорошо. А, он проверял, креплю ли я или нет. Я готова. Ваш ход. Укажите мне путь. Тогда нормально. Жду приказа. Еще парочку виспов надо заказать. Чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Мой лук всегда со мной. Мне неведом страх. Жду приказа. Священная роща осквернена. Мое сердце жаждет битвы. Жду приказа. Внемлю вашим словам. Постройте мне камень. Я пробую. Готов. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Надо сделать грейд. Или сначала нычку поставлю. Мое сердце жаждет битвы. Рок ветров для паладина. Ну, вначале, конечно, мы его поносим с вами, но... Но он, конечно, не нужен мне будет спустя пару уровней. Там of experience хорошо. Вообще верхнего эльфа можно лорницами убить. То есть через две дриады, выход медведи и все. Мой лук всегда со мной. О чем вы просите меня? Делаю грейд на Т2, наконец-то. Стреляю. Мне неведом страх.
Жду приказа. Внемлю вашим словам. Барак немножко пришел в себя. Внемлю вашим словам. Так почему-то танкует опять. Почту за честь. Паладин. Мне второй хил есть. Надеюсь, я поставлю барак, мое чтобы защита была базовая. Внемлю вашим словам. Невидимые стражи, хорошая тема. Пойду поставлю одному соседу и поставлю второму соседу. Здесь выкапываемся, потому что можем. Делаем Hunter's Hall для грейдов, магазин на будущее. Здесь видим Крео. Его, кстати, убивают. Жду приказа. Я подрежу у него одного футмена. Нифига себе там у него. О чем вы просите? Мудрость его бьет. Сердце жаждет битвы. Ой, да ладно. О чем вы просите? Укажите мне путь. Бью без промаха. Неудачно получилось. Ваши слова. Мне неведом страх. Жду приказа. Не надо лезть. Битвой. Он там ставит базу, пусть ставит. Господи, я не против совсем. О чем вы просите? Хотел нахалявить, да не удалось. Ты один у него. Мне неведом страх. Мой лук сначала вард надо поставить, чтобы не крипджекнули. Жду приказа. На халявку. Укажите мне путь. Жду приказа. Мне там уже. А, вот он здесь. Внемлю вашим словам. Мое мой сердце жаждет битвой. О чем вы просите? Уже лорница, Патма. Будет исполнено. Готово. Ваш ход. Опасно. Готово. Жду приказа. О чем вы просите меня? Очень опасно. Ваш ход. Готово. Прям очень наши опасно. Воины вступили в бой. Внемлю вашим словам. Ну, во-первых, у него сокол на разведке, то есть он бы увидел, что я криплюсь. Это первое утверждение. Второе. У него раньше грейд на следующий тир. То есть уже есть второй герой, и идет процесс. Поэтому мне сейчас нужно очень аккуратно. Древо не может расти здесь. Третий бист. Жду приказа. Надо выкопать, наверное, барак. Поставить его как-то здесь. Укажите мне древо выращенное. Попытаться заказать второго героя. Сразу лорницы. С запасом виспов. Так, он, скорее всего, крепится сейчас. Я не должен был позволять ему это делать. Ну, крипджекнуть-то можно было бы. Но уже поздновато, кажется. Мой лук всегда со мной. Так, и у меня еще нет грейда на арчей. Мне неведом страх. Как прикажете? Ваш ход. Внемлю вашим словам. Отлично. Мой лук всегда со мной. Жду мне приказа. Неведом страх. Уходим. Внемлю вашим словам. Дрядки нужны. Ваш ход. А здесь как? Мой лук всегда со мной. Мое сердце жаждет битвы. Здесь вроде тоже надо атаковать. Блин. О чем вы просите? Ваш ход. Уже нет, не про такую. Жук! Да ё-моё, ну как так-то? О чем вы просите? Жук с паладином, но они же вообще не сочетаются. Исследование завершено. Мне неведом страх. Жду приказа. Мое сердце жаждет битвы. Укажите мне путь. Мне неведом страх. Мой лук всегда со мной. Готово. Я пойду поставлю сюда виспа, чтобы быть в курсе, когда он начнет. Мне неведом страх. Здесь обязательно диспл надо сделать, учитывая без мастера четвертого. Тут Т2. О чем вы просите меня? Мой лук всегда со мной. Мне неведом страх. Наши воины. А, он собирается здесь ставить базу. Внемлю вашим словам. Пройду внутрь. Мое сердце жаждет битвы. Точку сбора сделали. Укажите мне путь. Тут надо лес собирать. Я этих веспов дополнительных именно на лес сделал. Ваш ход. О чем вы укажите мне путь. Крео ставит вышек много. Первая козочка, но козочку лучше вторую сделать еще. Потом грейд на медведей, потом еще парочку мунвеллов под 80. Следить за экспом и крепиться при этом. А давай-ка импейл. Некому танковать, просто некому танковать. Пока тролль жив, все хорошо. Мне неведом страх. О чем вы просите? По имя света. В принципе, с дрядкой можно вот этих вот по. Повыманивать. Привет. Вашим словам. Что случилось? О чем вы просите? МК вышел, да? МК вышел. Мне неведом. Что случилось? Нам шумят деревья. Что случилось в наших лесах? Мое сердце жаждет битвы. Охота начинается. Так и медведи потихонечку.
А чем вы бросите меня? Я понимаю, что это рискованный крипинг, но... Мое сердце жаждет... Ну надо. А чем вы бросите? Привет. Что случилось в наших местах? Мне бы ваши слова. Привет. С дрядками надо крепиться так. О чем шумят? Привет. Что произошло? А чем вы бросите меня? Что произошло? Мое сердце просто кайте тихо. Что произошло? Мой лук всегда со мной. Помним, привет, что дряд можно лечить. Надо сделать грейды. Привет. Хочу третьего героя взять, даже вперед медведей. Привет. Что-то паладин толком мало, если вот. Мне неведом страх. А что за честь? Мое сердце жаждет битвы. Пошел грейд на медведей. Лечу арчу. О чем вы просите? Что произошло? Мое сердце. Реджув сейчас придет. Хрустальный шар. Ну что за ересь, ну? Армор все-таки возьму. Привет. Заказывающий медведя вижу врага здесь, там тоже мишки. Уже в пути. У нас мало времени, его не зверя. Мое сердце жаждет битвы. Что случилось? Не ваши слова. Тихо. Мало времени. До грейда не хочет сражаться. Давай-ка. Что случилось? Мое сердце жаждет битвы. Исследование завершено. Тут надо через фокус. Паладин второй. Я служу ледяному трону. О чем вы просите? О чем шумят дерево? Мое сердце жаждет битвы. Правда. Мне не верит страх. Мое сердце жаждет битвы. Мне не верит страх. Покажите мне путь. Мое сердце жаждет битвы. Блин. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Привет. Оставлять следов. Покажите мне путь. Ваши слова. Давай, диван. Мое сердце жаждет. И три джуф. Еще дрядка. Справа подходит еще. Что случилось? Он телепортируется. Что произошло? Мне неведом страх. Что случилось? Мне ваши слова. А что я тут боюсь с ним? Почту за честь. Покажите мне путь. Привет. Привет. Сражаемся. Мне неведом страх. О чем вы просите? Что произошло? Жду приказа. Блин. В чем шумят деревья? Что случилось в наших лесах? У нас мало времени. Мне неведом страх. Сейчас. Когда мне не нравится. Мне неведом страх. Мой лук всегда слышу. Покажите мне путь. Мое сердце жаждет битвы. Мне бы ваши слова. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Мое сердце жаждет битвы. Посливал арчей, но в принципе больше ничего не сливал. Привет. Я хотел бы, конечно, сейчас тригениться. После этого только вернуться на базу. Ну, в смысле, на этот. Здесь базы у него нет. Привет. Что я хочу? Я хочу Vision, я хочу грейды. Надо было сделать, конечно, грейд на... Так, это лишняя дрядка. О чем вы просите меня? Так. Арбу сейчас еще возьмем. Уже в пути. Лайта Моркена. О чем вы просите? Внемлю ваши слова. И поехали в центр. ТП, если что, есть. Паладин почти пятый. Хочу светануть. Там уже готовятся с хавками, блин. С хавками это плохо. Если только напасть неожиданно, ну, в смысле, напасть. Исследование завершено. Давай вот так вот. Что случилось в наших лесах? Тут очень битые хавки. О чем вы просите? Я слышал зов. Амулет маны беру, импейл делаю. Сейчас Таурена попробую забрать. Успел. Сзади подходит. Враг, ну я телепортируюсь. И нападает еще один. Ну ё-моё, ну... Что за чудесный тайминг? Блин, я не доконтроливаю здесь еще. Да у него лимит, а у меня не лимит. Привет. Мне нет равных. Мое сердце жаждет битвы. Давай импейл.
Лечим вы против. Лечим. Лечим. Как я люблю. С радостью. Диспелим. О чем вы против? Жука опять бьют. Ну конечно, конечно, жук. Ты молодец. Будет исполнено. Лечу раз. Лечу два. Привет. Диспелим. Лечу три. Импейл. Его было больше, у него ТП нет. Это ГГшечка. Второй хил. Фриджух, фриджух. Все, ГГ. Надо спать. Так, ливнул, хорошо. Фиданул с Леганца и ливнул. Что произошло? Ну, было опасно, меня было тупо меньше. Мне неведом страх. Мое сердце. У меня тут нычка задоделалась. Надо делать уже воздух потихоньку, доделать грейды. И вообще надо базу поставить. А лучше две сразу же. В центре я не успею, там уже все забрали без моего участия. Не стоит обольщаться на этот счет. Одного медведя я отправлю сюда. Ну тупо, чтобы он. Чтобы он убивал там веспов, строение и прочее. Мне неведом страх. Столько трупов. Вас. Ну вот, смотрите, сколько веспов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь медведя. Это же все экспа. Я все равно в центр лезу. Ну потому что хочется халявы. Хочется шреддера, хочется девайсов. Конечно. Причем делаю это без ТП. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Тут закрепили все. Привет. Закрепили все. Народ. Окей. О чем вы просите меня? Для начала возьму телепорт. Чем могу помочь? Продам ерунду. Так, а ну-ка вот так вот сделаем. Понятно. Два имхи тут. А, я успею. Че, я торможу там? Большому дракону я мог успеть. Вряд ли, уже не успеем. Так, давай сначала веспы, медведь, потом этот. Мое сердце жаждет битвы. Что случилось в наших лесах? О чем вы бросите? О чем шумят деревья? Мне неведом страх. И нужен МПЛ здесь. Что случилось в наших лесах? Как прикажешь? Мне неведом страх. Мне в ваши слова. О чем вы бросите? Будет исполнено. Да свершится правда. Капец. Мое сердце жаждет битвы. А что, у меня ТП нет? Готов. Такая беда. Нет, есть ТП. Мое сердце жаждет битвы. Блин. Почту за честь. Такой кривой. Внемлю вашим словам. Ничего не убил, ничего не подлечил. Остаюсь сейчас с медведями. Очень-очень-очень большим количеством ненужных медведей. Потерял две дриады. Надо продать. Во-первых, сделаем грейды. Во-вторых, здесь закажем веспов. Мне неведом страх. Здесь надо отрегенить ману жуку. Ботинки еще не взял. Но посмотрите, что у него, кроме воздуха. Ну, танки доготовятся до кастера. Все правильно. Я слышал зов. О чем вы просите меня? Конечно. А вышек сколько? Вышек немного, кстати. Можно зайти землей пока еще бить. Еще есть такая опция. Мне неведом страх. Грейд. Не очень готов. Это веспа сразу сюда. Как только медведь справится. Там резурек просто будет у меня после вырыва. И я могу подъесть гиппосов. ТП не взял. Готово. Продаю девайс. Беру ТП. Мне неведом страх. Так, отменяю. Недостаточно золота. Отменяю веспа, наверное. Не отменяю. Ну, одного веспа отменю. Надо быстро вот сюда вот проходить. Причем сплитить медведей.
Рычать, сплить с медведей. Проходить вперед просто. Вот так вот, этими вот так вот. Очень много у него. Кавка, к сожалению. О чем вы просите? Я пробую ультовать. Мне надо телепортироваться, пацаны. Ну что я там всех хавков терял в таком количестве? О чем вы просите меня? Я двух медведей слил, но это-то ладно, это небольшая, не такая большая беда. Я слышал зов. Башню убил, это хорошо. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Так, так, так. Беру снова ТП. Мое сердце жаждет битвы. И я иду. Вот сейчас я хавками должен его добить. За веру и народ. Он, правда, делает много вышек. О чем вы просите меня? Бачку за честь. Неверный страх. О чем вы просите меня? Неверный страх. Будет исполнен. Священная роща осквернена. Мое сердце жаждет битвы. Да свершится правосудие! Ой, там эти работают. Ну, в общем, пошла жара. Я не уверен, что вообще тут надо сражаться, но пока вышки не готовы, наверное, надо. А может и нет. Не, не надо было сражаться. И на вышках еще. И тут. Ой, как я обожаю это. Мое сердце жаждет битвы. Как я это люблю просто. О чем вы просите? Как я это люблю. Мое сердце жаждет битвы. Какие опции? Внемлю вашим словам. Ну какие, лечись. Продолжай строить гиппогрифов. Конечно. Сейчас. Мое сердце жаждет битвы. Я там никого не убил, я только покоцал и все. Здесь Айсторм. Священная роща осквернена. Ой, да ладно. Мне неведом страх. Это повод взять. Страх. О чем вы просите меня? Мне неведом. Получить четвертый и, соответственно. Меня будить. О чем вы просите меня? И пятый левел. Закажу я здесь даже веспа, чтобы на всякий случай не четвертый только получил. Тут второй диван. Больше мне делать нечего. Слова. Проверю сейчас у соседа слева. Только я не знаю, что делать в такой ситуации. Можно мне добавить там, конечно, талона с ферифайром. Для общей... Понятно. Понятно, вот она проблема. Я этого опасался, но не думал, что он так быстро уже займет центральную базу. Черт возьми. Ой, господи ты, боже мой, как все плохо-то, а? О чем вы просите меня? Надо убивать пару медведей. Нет, не надо убивать пару медведей, тебе некого резуректить будет. Капец. О чем вы просите? Ладно, поехали тогда, попробуем разменяться с кем-то еще. Мое сердце жаждет битвы. Ну, не хватает как бы одного врага под боком. Давайте попробуем мне еще кого-нибудь найти. Мне неверный страх. ТП, если что, есть. Внемлю вашим словам. Есть андед. О чем вы просите меня? Гиппосов не показываю. Но андеда... Андед Ноби. Мне неверный страх. О чем вы просите меня? Посмотрим. За веру и народ. Внемлю вашим словам. Он чинить будет? Не, отменяет просто. Хорошо. Мне неведом страх. Почту за честь. Мы лечим. То есть, мне чем ломиться на эти вышки, если есть более простой противник, надо бить простого противника. О чем вы просите меня? Мне неведом. О чем вы просите меня? Смерть! Мне неважно слова. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Странно, что он не отменил. Готово. Так, давайте я попробую шедро все-таки перекупить. Делаем талонов. У меня много бесхозных веспов. Прям вот
Надо их потихонечку конвертировать в деревья. Мне неведом страх. Попытаться достать Шреддером. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. От медведя полностью отказываться не хочется, иначе зачем резурек? Мне неведом страх. Будет исполнено. О чем вы просите меня? Почту за честь. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Неведом страх. За веру и народ. Мое сердце жаждет битвы. Так. Здесь нет Шреддера. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Сейчас шестой, кстати, получим. Даже почти пятый. Священная на... Ага. Это Ноби? Понятно, давай. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Очень он битый, очень. Надо импейл сделать. Можно рейнджерку подлечить. Ну так, чтобы не расслаблялось. Готов. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Сбегать сейчас за парой ТП. Исследование завершено. Вроде как талонов надо уже сделать, но у меня лимит свободного нет. Жук с импейлом, молодец. Надо сразу делать следующие базы вот наверх. Вот, вот сюда вот поставить нычку, соответственно. Сюда вот тоже базу надо запилить. Паладина закупить, это и телепорты, и арба, и бутыльки. Продать вот это вот, сделать АМШУ, например. Гиппосы пока подлечатся. Там Шреддер должен откатиться скоро. Все, уже готов. Беру Шреддером. И поехал. Добывать буду где-нибудь здесь. Так, ты диспелься, от тебя проку нет. Сделаем еще воздуха, да? Не надо было это добивать. То есть нет потребности острой. Парочку талонов пилю. И надо изводить виспов. Надо их изводить. Так, давай я вот так даже лучше сделаю. Раз, и еще были виспы. Вот, два. И был еще третий, кажется. А, вот он. Мое сердце жаждет битвы. Ничего себе вообще. О чем вы просите меня? Почту за честь. Не хватает леса, чтобы сделать нычку. Но Шреддер над этой проблемой уже работает. Мне неведом страх. Так, а вижу Ноби. Надо сразу ворваться. Так, давай, давай, Шреддер, давай, 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 родной. Не хватает дерева. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет. Не, проходим. Внемлю вашим словам. Не хватает. Ну где там Шреддер? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Так, ну я пробую. Кого-то лечить, кого-то. Тут диван, тут жуку плохо. Очень плохо жуку. Я могу его стафануть, но хочется, по крайней мере, разок МПЛ еще дать. Надо лечить финдов, наверное. Чем вы просите? Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Жду резуректа, наверное. За веру и народ. Ваши слова. Вижу рейнджерку. Гиппосы падают. Рейнджерку сейчас убьем. Ох, амулетов, спелл шилд. Так, резурект готов. Медведя надо еще этого потерять. И делаем резурект. Готов. Да как? Мне неведом страх. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Укажи путь. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Так, паладину плохо. Мое сердце жаждет битвы. Как я его раз видел, а? Как я его раз видел? С ума с этим. Да, потому что не до лимит, блин. О чем вы просите? Слышал, мне неведом страх. О чем вы просите меня? Просто не до лимит. Мне нет равных. И все. Он сейчас, правда, эту базу собьет. Сделаем пару медведей, сделаем пару химер. Не, не пару медведей, одного медведя. Вы так. И с переводом виспов. Мое
сделать еще талонца одного. Побежали к нему на базу. Я без ботинок еще. О, проблемы технически полностью спали, я вижу по статистике. Это очень хорошо. Сейчас будет... А, вот он идет сюда. Я думаю, надо еще пара талонов, гипосов и еще парочку химер. Не торопиться здесь ни в коем случае. Мое сердце жаждет битвы. Так, нет, гипосов больше не надо, ребят. Реально не надо гипосов больше. Уже перебор. Наши воины вступили в бой. А чё не атакуем-то, ну? Раз, два. Клеем, клеем. Еще медведи. О чем вы просите? Еще импейл. О чем вы просите? Я не вижу рейнджер. А вот он. Опять жука мочат. Нет. Ну, рейнджерку убрали. Но здесь, наверное, надо просто валить. Воскрешать жука. Шестой паладин. Это, что мне с шестым паладином делать? Два шестых паладина. Ну ничего не сделать с ним. Мне неведом страх. Что он умеет? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Массовую землю строить? Священная роща. О чем вы просите меня? Не хочется. Мне неведом страх. ТП сюда. Справимся. С одним медведем. Пара химер еще есть. А, четыре химеры. Телепортимся тогда. Раз, два. Работаем. Закапывается. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Мое сердце жаждет битвы. Ой. Надо пускать вперед гипосов. Будет исполнено. О чем вы просите меня? Чтобы финдам было тупо сложно. Мне неведом страх. Ну, непонятно, кого в сетку ловить. Вот, вот в чем проблема должна быть для финдов. И лечить их, лечить постоянно. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Тут ловим. О чем вы просите? Клюем. За веру и народ. Лечим. Лечим. Мое сердце жаждет битвы. Далее. Эта база выкапывается. Идем сюда. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. ТП нет. Я отправлю, пожалуй, паладина домой. Ну, за маной и ТП. Мне неведом страх. Жуком тоже было бы неплохо восстановить манку. Здесь можно подлечить химеру и идти дальше. Проверить центральную базу. Вот эту 98 лимита. Ну что за лимит? Что за дела? Надо... склевать, наверное, гиппогрифов. Потому что в данный момент они не нужны. Не хватает маны. О чем вы просите? Ваши слова. Будет исполнено. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Хотя нет, зря гипсов убивал. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Так, давай к химеру сюда. Неведом. А, нет. Короче, импейл. Импейл, хил, хил. Проходим дальше. Еще импейл. Рычение. Рычение. Рык. Хил, хил, диван, армор, импейл. Хил, мана, хил, да, ноби вышел. Так, что здесь? Здесь ставим базу, это первое. Второе, убиваем одну химеру.
Убиваем химеру 100%. И... вот у меня откуда, где лимит. Ну, опять точка сбора моя фирменная, ё-моё. Вроде заказывал, вроде... Короче, телепортируюсь домой. Жук шестой, ульта есть. Тут два лишних медведя просто, а я убиваю гиппосов ценных. Все потому, что точка сбора не очень. Так, что нужно сделать? Во-первых, необходимо... Крео с кем-то сражается, и химеру зря убил. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Химера как раз мне сейчас нужна. Чем больше, тем лучше, потому что если Крео давить, то давить его исключительно химерами. Мое сердце жаждет битвы. Где-то я все равно не помещаюсь по лимитам. Поищу виспов. Один. Не густо. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. ТП взять. За ботинками без бегать еще. Внемлю вашим словам. Ладно, склевывай одного гипса. Черт с тобой. О чем вы просите меня? Ботинки, короны, амулеты. Нужно много хороших девайсов. Точка сбора пока сюда. Время уходит. Мое сердце жаждет битвы, вашим словам. Азара, привет! Мне неведом страх. Привет, бобры. Мое сердце жаждет битвы. Так, здесь я вижу Юлию. Мне неведом страх. Почему за час? Закончилась шахта раз. Иду сразу, наверное. Наверное, сюда надо пойти. Что есть? Есть аура хорошая раз, есть трушот. Химером маловероятно. Я лучше глаза поставим. Беру сапоги. О чем вы просите? О, бам. Мое сердце жаждет битвы. Жуком надо очень серьезно закупаться. Есть еще, кстати, рунные браслеты для жука подойдут. Жуку плотность нужна. Его лечить не получится никак. Поэтому я пару серклеток, вот эту хрень продам. Свиток возьму. Опачки. Мое сердце жаждет битвы. Так, я пошел. Я слышу. Ну, то есть не сразу пошел, но вот скоро пойду. Во, медалька, отлично. Мне неведом вот эту страх. Штуку надо жуку отдать. Будет исполнено. Must have. Священная роща осквернена. Добрось. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Во, отлично. О чем вы просите? Мое сердце жаждет. Ну и, в общем-то, ботиночки надо взять. О чем вы просите? Жуком, когда откатится. Хил. Мне кажется, что Юлия здесь просто ставит от безысходности базу. Что у меня есть? У меня есть серия баз. Вот здесь лучше прикрыться. Причем заказать побольше виспов. Ну, он криво выходит. Вот это очень опасный сосед. Зря я... Он и мейн мне может напрячь очень сильно. И... Мое сердце жаждет битвы. И далее. Да ладно. Это Презент пришел. Варден, седьмая, лич седьмой. Таурен, Виверны. Мне неведом страх. Как я хочу. Выберите другое место. Побольше виспов сделать. Чисто себе на прикрытии. Внемлю вашим словам. Потерял базу, но это понятно. О, кольцо защиты плюс 4 можно... Нет, не надо. И когти плюс 15 страх. Тоже не пойдут. Внемлю вашим словам. Готово. Больше виспов в принципе строю сюда. Было бы неплохо сделать хотя бы... О чем вы просите меня? Один... Одного фейрика. Мое сердце жаждет битвы. Не тороплюсь, добыча идет. Ой. Добыча, говорю, идет. Центральные базы вроде контролируем. Готово. Контролирую. Готово. Одну центральную базу. Меня? Готово. Внемлю вашим словам. Девайсы нужно закупать, причем сапоги надо еще...
взять паладину. Тут очень важно укрепиться, потому что... О чем вы просите? Так, пошли ботиночки. Следим за новыми девайсами. Проверим, сейчас не ставит ли орк базу. Он, скорее всего, просто Юлию гнал. А, нет, ставит. Не просто ставит, еще... Ой, надо назад. Сейчас придется лечить. Резуректить некого, кроме... Так, ну давай поставим вот так вот. Так, так. Мне неведом страх. Виспы пошли. Раз, два, три. Импейл. Леча лечим. Свиток надо юзнуть. Ульту юзну. Здесь надо обязательно по тауренам поработать. Вроде ок. Отвоевали. Седьмой паладин. Здесь три АОВа еще. Пилю. Нормально, никого не потерял. Ну нет, кого-то потерял. Кажется, гиппоса взорвали. Но главным образом... А, еще трех виспов. Трех виспов я потерял, скорее всего. Ну, мне нравится этот торг, потому что, видите, он его мало. Проверим вот эту базу. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Да, здесь есть база. Давай-ка ее лучше. На мейн лететь особо не хочется, просто потому что на мейне, кроме продакшена, нет ничего. Поэтому лучше быстренько убить продакшн. Ой, в смысле, этот, добычу. А потом уже лезть дальше. Вообще, химеры с паладином хорошо за... Ой, да ладно. Поехали. Пытаюсь полечиться. Тут Блейд импейл. Он без Блейда, видимо, сражался. Поэтому... Раз, два, три. Давай-ка так. Я фейриков еще не сделал. Импейл. Химеры все падают. Тут диван. Резурек делаю. Лечение. Лечение. Палыч умирает. Жук умирает. Все умирают. Я не понял, как так произошло. О чем вы просите меня? Мне кажется, надо масить просто химер против такого орка. То есть экономика у него не топовая. Ну, либо сражаться типа землей. Маздриады. Как-то так. Лорнис в любом случае я добавляю. Ну, нужен какой-то лимит, который будет... который можно будет резуректить, понимаете? О чем вы просите? Сердце жаждет битвы. На какой лимит можно резуректить? Наземный. Какой-то. Мое сердце. Какой-то наземный лимит. Воздух у меня очень битый. Но он мне, в общем-то, и не нужен. А вот Bloodlust еще подиспелить. Ладно, в любом случае, выходим из лимита, правильно ведь? Выходим из лимита. Может быть, и не стоит, рановато. Мне неведом страх. Пока палочи нет, зачем мне этот лимит? Что случилось в наших лесах? Тем более, еще две химеры должны подойти. Диван. Сало беру, наверное. Мне неведом страх. Почту за честь. За веру и можно народ. Вот это вот убить. Внемлю ваши слова. Ну, экспа не пахнет. Что произошло? Страх. И вот сейчас я, пожалуй, буду выходить из лимита против арка. Причем дриадками. Мне неведом страх. Надо дождаться. Да не, не надо дождаться. Готово. Итак, норм. Палыч выходит, Шреддер тупит. Мой молот укрепит. Палычем пьем. Закупаем, покупаем. О чем вы против? Что случилось? Идем сюда. Помним про резуректа. Резуректов будет два. Можно вообще делать сверхлимит. Слушайте. Никакого воздуха, только земля и сверхлимит. То есть размениваемся, теряем лимит, да заказываемся, делаем ультимейт и профит. Как я люблю. Это же фишка. Я считаю. Мое сердце жаждет битвы. Хорошая фишечка. Мне неведом страх. С радостью. Давай.
Попробуем. Как прикажешь. Шумно, смотри, вот он, 100 лимита есть. Надо воздух только было убить. Гиппосов тех же самых. Да и химеры тут тоже не... Привет. Ни к селу, ни к городу. Что произошло? Нужна только земля, которую можно резуректить. Что случилось в наших лесах? Привет. Хотя нет, почему? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Внемлю вашим словам. Что произошло? Подходим. Медведя не хватает одного. Мне его будет реально не хватать. Раз, два, три. Ну, рыка нет. Мое сердце жаждет битвы. Как я люблю. Следим. Батки полетели. Паладин вперед. Раз, два. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Давай так. Будет исполнено. За веру и народ. Привет. Медведя делаю. Мое сердце жаждет. Импейл. Ульта. Взрывы, взрывы. Да заказ. Ой, какая грязь. Импейл еще. Ой, сайленс, может, кинем сюда. Может, клеща подлечим. Так, еще заказываем кого? Дриад еще. Ой, капец. Пошел резурект первый. Трупов нет, нифига. Нету трупов просто. Зачем вы бросите меня? Я служу ледяному трону. Что произошло? Мне нет. Просто нет трупов. Мне не ваши слова. Мне не верно ваши слова. Я слышал. Зачем вы бросите меня? Я служу ледяному. Сейчас можно, кстати, Блейда забрать. Привет. Да, если бы я... Да, забрали, но... Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. В чем шумят деревья? По славу лета. Может, реально стадо коз просто делать и все? Стадо коз с медведями. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Тех, кого можно резуректить. Я убиваю гиппосов. Привет. Так, хватит коз. Коз перебор. Давай, медведи. Здесь закончилась база, иду сюда. Выкапываюсь, иду сюда. Здесь нормально добываем. Девятый палыч. Третий армор. Естественно. Здесь третий армор. Здесь став на жука. Жуком отпиваемся. Надо было амулет, конечно, вытащить. Если так пропьем. Медведи и козы. Очень бредовый лимит. Прям очень. Мое сердце жаждет битвы. Есть амулет. Ой, амулет маны. Да он на самом деле не нужен особо никому. Вампиризм, да, взять можно. А вот амуль зачем? Надо пойти добить орка, постараться. О чем вы просите? Тем более один резурект у меня есть. Конечно. А как так получилось? А, там ульта Варден. Ульта Варден не дала мне резуректить нормально. Мне неведом страх. Там же она трупы разрушает, можно сказать, да? О чем вы просите? Очень жалко. Внемлю вашим словам. Что случилось? Мне неведом страх. О чем вы просите? Надо плеча бить. К сожалению, я не могу на вышке, на такое количество вышек напасть без последствий. Отправлю-ка я дрядку на разведку. Еще пару протекторов. Инкома нет из-за этого. Да, здесь орковской базы нет. А есть ли в принципе база? А, Юлия еще жива? Что? О чем вы просите? Привет. Вот это новость. Мое сердце жаждет битвы. Ничего себе. Привет. Вот это поворот. Мое сердце жаждет битвы. Дублирующая уже аура идет. Что случилось в нашем страх? Да, Юлия восстанавливает и воскрешает героя. Во имя света! Что случилось в наших лесах? О чем вы просите меня?
приемлю вас. Привет. Есть ТП у Беста. О чем вы бросите меня? Пусть кинет тьма. Приемлю ваши слова. Козы, конечно, тупые. Мое сердце жаждет. Юлия телепортируется куда-то. О чем вы бросите меня? Мне неведом страх. Приемлю ваши слова. Мне неведом страх. Приемлю ваши слова. Готово. Здесь нычка добывает. Здесь нычка скоро будет добывать, но осталось не так много. Нифига не копится. Вот зачем? Зачем мне лимит 97? Вот я со своими планами по увеличению лимита до заказа. Я даже до заказаться не смогу. Ну, то есть я смогу разок до заказаться, но и на этом мой дозаказ закончится. Готово. Где буфер? Где запас по ресурсам? Внемлю вашим словам. Непонятно. О чем вы просите меня? Мне что случилось слова? В наших лесах? Мне о чем шумят страх? Деревья? О, это Зиггурат Юлии тоже. Мое сердце жаждет битвы. И Мейн, собственно. В наших лесах? О чем вы просите меня? Лечим Акалит раз. А, вон герои. Ну. Да свершится правосудие! Мне неверен страх. За веру и народ. Что случилось в наших лесах? С радостью, в чем шумят деревья? О чем вы просите? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Привет. Мне неведом ваши слова. Вроде добили. Здесь нападает орк. Но я должен телепортироваться. Привет. О чем вы просите меня? О славу леса. Не успею я добить. А, не, успею. Раз, два, три, ульта. Там же он ультовать еще будет. Надо сало кинуть. Так, 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 так. Давай, до заказ и резурект. 113 лимита, но чуть не помогает. Еще резурект. Хилка раз, хилка два, МПЛ 3. Можно Блейдмастера убить. Не, Варден. Не, Лича. Привет. По резуректу называется. Отменяю. Хватит. Мучиться. Пусть лучше у меня будет меньше лимит, но зато инком будет хороший. А то я в погоне за лимитом, ну... Так, надо Блинк Даггер, кстати, жуку дать. Ему эта игрушка значительно больше подойдет. И Мунвеллов надо в центре построить. Вот между этими базами. Чем начну я строить даже в ущерб золотом. Учитывая прокачку героев, это сейчас... Не надо так делать, потом будет... Да, по-другому. Мне протекторы не нужны в том месте. Медведь таки пришел. О чем вы... Я слышал зов. Жук бежит. О чем вы просите? Откатился тот став. Как давай еще паладина стафанем. Маны нет. Будет исполнено. Мое так получится битвы. Хоть. Внемлю вашим словам. Когда медведя подсейвить. Превращаемся, тут превращаемся. Мне неведом страх. Козу убиваю. 2000, 26 тысяч. Очень опасный. А хотя вот я не знаю, кто здесь. То есть, захватил ли... Готов, готов. Захватил ли базу Крио? ТП нужен. Готово. Пойду куплю ТПМ. Пойду посмотрю, что за девайсы. Что случилось в наших лесах? Потом подлечусь паладином. Внемлю ваши слова. Еще не подлечусь, манку восстановлю паладин. Здесь есть сало, рунные браслеты, когти, ни одной короны. Медведи до дриады, на самом деле, хороший материал для резуректа. И, может быть, стоит на них и остановиться. Так, тут я не буду чинить нычку, потому что она и так уже заканчивается. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Внемлю вашим словам. Готово. Да, и надо еще Mountain Giant попробовать. О чем вы просите? Его, правда, не резуректить, но зато его реально очень сложно убить. Внемлю вашим словам.
Прямо очень. Мое сердце жаждет битвы. Почти десятый паладин. Золотой рудник обрушился. Заканчиваются шахты. И на следующий уже непонятно, куда идти. Но я пойду сюда. Здесь оставлю дерево все равно, чтобы... Так, и надо проверить вот эту вот точку. То есть шахты уже... Тю-тю. Нет их скорее, чем они есть. И это значит, что я смогу поосвобождать немножко. Давайте одного талона сделаем. Чисто для разведки. Что случилось в наших лесах? Может, реально Mountain Giant плюс Дриадки? О чем вы просите меня? Он идет. Готово. Мое сердце жаждет битвы. Так, диспол. Надо брать беспов здесь. А вообще не нужно здесь сражаться. О чем вы просите? Ну серьезно, за кого тут сражаться? Немли вашим словам. Мне неведом страх. Немли вашим словам. Готово. За базу, которая 1200. Будет исполнено. Немли вашим словам. Как-то это не очень правильно. Исследование завершено. Ну ладно, поехал. Я хочу просто... Немли вашим словам. Сало хочу, леча хочу убить. Умно, славная листь. О чем вы просите? Внемлю вашим словам. Лич умер. Привет. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Так, хиляюсь на гонце. Привет. Хотя зачем, если резурок есть? Правильно? Мое сердце жаждет. Еще сало, пожалуй. О чем вы просите? Палачей сложно убить. Готов. О чем вы просите? Так, давай культанем, пока он там не ультанул. О чем вы просите? Мне неведом страх. Да, убить паладинов — это та еще задача. Давай еще резурек. Почту за честь. Диван. О чем вы просите? Диван же! Ну ты даешь, ну. Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? С радостью. Очень я зря так сделал. Да ману у меня не было у Димки. В смысле, у Палыча. Опять же, зачем ломился, непонятно. Что случилось в наших лесах? Тут Блейду очень плохо. Привет. Не факт, что уйдет. Да блин, ну ты... Пусть кинет тьма. Внемлю ваши слова. Укажи путь. Все нормально. Так, здесь база андедовская, типа какая там. Ну, орк сейчас должен ливать уже, потому что у него уже все плохо. Я вот не знаю, может быть даже здесь лучше нычку поставить. Мое сердце жаждет битвы. Время уходит. Я готов. Взлетаю талоном. Привет. Сделаю одного Mountain Giant, потому что универсальный. Давай даже двух. Нет, двух не надо. Двух давай. О чем вы что просите? Произошло? И парочку дриад. Мне не ведом, сейчас лимит просто освободился из-за убитых рабочих. Так что все нормально. А, тут... Ой, ёпперес, это квест. Блин. Квест с Блейдом ставит базы. О чем вы просите? Что случилось? Что произошло? И вот против него... Против него хоть воздух строй. Учитывая особенно... Не-не-не-не-не, резурект, паладин и хитендран. Да-да-да. Только так. Я понимаю, что гарги убивают дриад. О чем вы просите меня? Легко причем. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Но если я сейчас опять чем начну строить гиппосов, то это никогда не закончится. То есть я буду их строить до конца просто игры. И резуректом мне работать не будет. Ничем мне работать не будет. А так я могу на хитендране, в общем-то, как-то с массой дриад и на резуректе держаться. Ну, есть пачка дриад, в общем-то. О чем вы просите? Так, давай-ка прыгнем. Может, штрафанем Юлию. Привет. О чем вы просите меня? За веру и народ. Пошел диван. Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? Внемлю ваши слова. Я служу. Привет. О чем вы просите? Мне неведом страх. Юля ультует. Как прикажете? За веру и народ. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Я слышал зов. Интересно. Во славу Нерупа. О чем вы просите?
Чтоб не мешал просто. А то ведь это... Эти покатушки могут тоже определенное время занять. Будет бегать, харасить. Значит, смотрите, квест. Квест. А кроме квеста кто? Дофига еще кого. У Хумана должно быть очень много бабла. То есть мне нужно сначала добить все-таки презента. С Mountain Giant'ами это сделать будет проще. Резурект один откатился, второй в процессе. Что случилось в наших лесах? Да, надо было, конечно, агрить великанами. Так, здесь просто по вышкам пройдусь. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Мне неведом страх. Почту, зачем вы против меня? Привет. Что произошло? Мое сердце жаждет битвы. Как приказ? Мне неведом страх. Почту за честь. Ой, там... Внемлю вашим словам. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Слушаны от деревьев. Что произошло? Я оставляю следов. Зачем вы просите меня? Я служу ледяному. Внемлю ваши слова. Посмотрим. Мое сердце жаждет ваши слова. Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? Отведай его, как я. Я слышал зло. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Мне не страх. Зачем вы просите меня? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Мне нужны дрыны. Сломались прошлые. Убить вышки. Перегруппировать дриад. Медведям тоже можно редживчик накинуть. И на себя, и на друзей. Конечно. Уже пути. Нужны амулеты, нужны короны. Маны не хватает. Возможно, себе маски. Бриллиант Саура тоже хорошо бы зашла. Будет исполнено. Убиваем ему мейн. 10, 9, почти 9. Привет. Палычем лечим палочек. Палочем лечим дриаду. Вот если бы вместо жука был еще кто-то живой, это было бы особенно какой-нибудь агильщик. Было бы очень круто. Ладно, поехали. У меня есть блинк, в общем-то, поэтому... Давай, давай. Говори. Истинно так. Да, хреновато. Привет. Мое сердце жаждет битвы. Надо отправить МГ на базу к нему. Пусть они ему убивают. Самому можно погоняться, да. Что произошло? Внемлю вашим словам. Что случилось в наших лесах? За ТП только надо зайти. Что случилось в наших лесах? Мне неведом страх. Здесь прикрыто все. Привет. Что произошло? О чем вы просите? Ой, квест. Жаждет, чем вы просите меня? Я служу. Мне неведом страх. А, это квест. Блин, это квест. Все, я был неправ вообще. Что произошло? Внемлю вашим словам. Так. О чем вы просите? Беру ТП, иду регенить манку. О чем вы просите? Я слышал. А кто меня там? Ой, да ладно. Блин. Стелепортировался. Внемлю вашим словам. Ну, я потерял Mountain Giant. Мне неведом страх. Увы. И теряю, судя по всему, второго. Там 300 криты, что вы хотите. Настолько я не сделаю... Нет, не сделаю. Тьфу ты, блин. Внемлю вашим словам. Что случилось в нашем... Ладно, поехали. Что случилось в нашем... Мне неведом страх. Как прикажете? Что произошло? Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Он пошел типа развлекать. Что случилось в наших лесах? Ну ок. Я дрядками от него отобьюсь, я думаю. О чем шумят деревья? Если что, есть ТПМ. У него нет телепорта, он купил еще, кстати, базу. Привет. О чем шумят деревья? Так, Mountain Giant будут в отдельной группе. Чем вы просите меня? Сейчас дрядку дам. Мне неведом страх. Дрядку будут обижать. О чем вы просите?
Не-не-не-не-не, Дэдлэйн. Внемлю ваши слова. Смерть неверным! Почту за честь. Время уходит. Мне не верю, страшно. Как прикажете? Убили Варьком. О чем вы просите? Слышал зов. Внемлю ваши слова. О чем вы лечимся? Мое сердце жаждет битвы. Идем МГ в атаку. Мне неведом страх. Что произошло? Будет исполнено. И шумно, внемлю ваши слова. Раз, два, три. Что случилось? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. О, ошибка. Мне неведом страх. О чем вы просите? Сейчас потеряется. Страх. А, его тут сверху приняли. Будет привет. Возвращаемся к нему на мейн. Убиваем алтарь, который светится. Это Варден, очевидно. У Кувеста две базы добывает. Лич тоже уязвимый. Десятый Тинкер. Надо вот на Кувеста дальше переключаться. Привет. На его левую базу. Я бы даже сейчас послал сюда рядок. Что они и так способны. Внемлю вашим словам. Мне неведом страх. О чем шумят деревья? Тут два листра, правда. Они время выиграют. Привет. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Тут 10 косарей. Что произошло? 10 косарей, и он продает эту базу. Значит, я не зря все-таки пришел. Он не готов сейчас сражаться. Привет. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Это радует. У него два тинкера. Точно нужны талоны. Хотя бы для того, чттобы... Так, давайте вот я здесь сделаю грейд на Т2. Нужны елочки. Это медленно идет процесс. Проверим, где еще орк есть. Ну, презент-то, я думаю, слева еще пара-тройка баз есть. В чем шумят деревья? Что произошло? Странный лимит. Очень странный лимит. Но я могу выйти в больше, если приспичит. О чем вы просите? Привет. Мое сердце. По крайней мере, я его могу еще резуректить. Тоже неплохо. Шумят деревья. О чем вы просите? А, нет, смотрите, здесь уже у Кувеста база. То есть мне нужно проверить только базы справа. Это ладно, справится. Тут рыкнуть надо. Он не МГ, он ГГ. Ну, кто-то его называет Mountain Giant, кто-то... Привет, ну, то есть на английском так, на русском так. О чем шумят деревья? Что произошло? Внемлю ваши слова. Тут еще лавка и мейн. О чем вы просите меня? Будет исполнено. Что случилось в наших лесах? Мое сердце жаждет. Чем вы просите? 12 тысяч. Мое сердце. Привет. На руках не так много для игры, где есть противник, у которого очень долгое время было 4-5 баз Хуман. И он вполне возможно... Хотя нет, он с лимитом был. Он был с лимитом, так что не страшно. Ищем, добиваем презента, видим, что здесь личевка. Вижу Вариум. Надо покидать. Ваши слова. На личевку ФФ. Мое сердце жаждет битвы. У Презента, кажется, Шейда ходит. О чем вы просите? Так, а тут Варька, да, была? Пряталась. Да лечи, лечи, лечи. Лечи, лечи. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнен страх. Как прикажешь? А вот и варим. Бою налево. О чем вы просите меня? Мне неведом страх.
Так, давайте попробуем понять, где он находится. Мне для этого нужно послать какой-нибудь воздушный юнит на разведку. Но, скорее всего, он находится где-то вот в верхней части. Талон, в общем, полетел. Задача у него, конечно, для одного непростая. Юлия минус. Хорошо, что не ливнул. Ну, в смысле, не дискнул, а потому что он хостом был. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. Мне не ведом страх. Будет исполнен. Ищем, где презент остался. Также проверять нужно базу квестом. Квест пишет ГГ. Ну вот, наверное, Крио там мочит. Мое сердце жаждет. Да, это Крио. Ну все. Что случилось? Подкопил, называется. Но я хочу поставить базу вот здесь, вот она на десяточку. 2 МК to heart. Так, там действительно 2 МК. Жука они будут просто уничтожать. Нужно салить, но там аватар, нужно стафать. Тяжело. Причем они закуплены, кто-то все короны покупал, ты правильно? Правильно. Мне неведом страх. Я слышал зов. Еще один амулет жизни есть. Беру. Я телепортируюсь. Понимаю, что я не поймаю ни одного, ни другого. Увы. Но он идет куда-то. Надо найти. Надо его найти. Ну надо. Надо найти, где он там отстроил свою базу несчастную. И убить. Мое сердце жаждет битвы. Убью пару дриад. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Сделаю еще парочку талонов. Мне неведом. Ну и полечу искать дальше. Талон ничего не нашел сверху. Но это странно, потому что он же... Наши воины вступили в бой. Мне неведом страх. Так, а он сам ставит базу? Он думает ставить базу. Так, стоп. Вот алтарь. Чей? Презента. Ну вот сюда надо. Укажи путь. Наши воины вступили в бой. Да, тут уже квест. Короче, надо убить вот этот вот алтарь. Странно, что он мне не высветился. То есть у него где-то мейн все-таки стоит еще. Тут ставить базу смысла нет. А, вот он как. Ладно. Ставит лорницу сейчас. В смысле, ламбермилл. Возможно, там его убивает как раз. Так, это раз, это два. О чем вы просите? Добром. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Не убивает. Убили раба. Убиваем алтарь. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Он бежит, видимо, последний. Мое сердце жаждет битвы. Не бежит. Криоу здесь ставит базу. Мое сердце жаждет битвы. Ну да, Криоу ставит базу. Как же ему по-другому там? Что случилось в наших лесах? О чем вы просите меня? Где же этот гад? Так, давайте подумаем, что нам делать следующим образом, ну, следующим шагом. Андет, с одной стороны, бегает. Квест. У него вроде как лич. И прочее. Есть. Что произошло? Лимита немного. Убить можно. Смысла убивать особо нет. Потому что база-то у меня добывает. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Блин. Мое сердце жаждет битвы. Ах ты гад, а? За веру и народу ледяному трону. Мне неведом страх. Привет. Ну вот надо его найти. Надо его найти, потому что крысит. Крысит, вот будет бесить так еще полчаса героями.
Поэтому отправляю еще одного. Добавляю, наверное, еще трех талончиков. Привет. Страх. Шумно, словно рысь. И еще талона посылаю. Главным образом поверху. Да, он где-то сверху, мне кажется. Мне неведом страх. Хорош. Привет. Мое сердце жаждет битвы. Есть корона королей. Я слышал зов. Жуку беру. Интересно. Вместо серклетки, например. Но жуку важнее, он круче всех танкует. Так, здесь... Ой, а что это на моей базе происходит? Священная роща осквернена. Нехорошо. Что произошло? Очень страх. Плохо. Мне о чем шумят деревья? Мне не верю. Во-первых, потому что как бы их двое. Что случилось в наших лесах? Ага. Вот он. Вот они базы. Вижу Ламбермилл. Землю вашим словам. И вижу. О чем вы просите меня? Все разные стороны пошли. Крео с танками. В принципе, микс-то верный. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Микс-то верный по войскам. Мне не верно, чем вы просите меня. Я слышу. Землю вашу, мне не верно, страх. В чем шумят деревья? А, мы ему убили. Ну, в смысле, этот убили. Ну, скажи, что это последнее. Скажи мне. Мне не верно, сердце жаждет битвы. Мне не верно, страх. Я слышал зов. Или в ней после этого. Мое сердце жаждет битвы. Я служу ледяному. О чем вы просите? Умер. Внемлю вашим словам. Став и жука. Я слышал зов. ГГВП, отлично. Презента нет. Крео воюет с Кувестом. Танков достаточно много. Но есть два Маутен Джайанта. Есть какие-то дриадки. Но я боюсь, что сейчас начнется экшен такой. Ну, в смысле, танки начнут лезть со всех сторон. Жук 10. Жуку на автоказ жуков, наверное. Мое сердце жаждет битвы. Тут хилочка пошла. Что случилось в наших лесах? Внемлю вашим словам. Еще одна корона. Пожалуй, паладину одному дам. Тоже нужно укреплять. Возьму. О, понеслась. Это кто? Это Крео. Мое сердце жаждет. Ну, поехали. Мне неведом страх. Лимита, правда, нет. О чем вы просите меня? Наши воины решили спорить. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет. Ну, я дозаказываю немножко дриад и одного МГМ. Чем вы просите? Привет. Раз, два, три, четыре. Мне неведом страх. Тут ульта, тут так, мне так, мне так. О чем вы просите меня? Да, дриадки падают, но вроде как... Да, жук самое главное. Жук терпит. Я резурек делаю. Можно попробовать убить форсиром. Ну а чего он? Правильно? ГГ пишет, Крео, я резурек еще делаю. Что, все это? Остался Кувест и Халфбред, но Кувест уже все, ГГ, вышел. Мне неведом страх. Неожиданно. Землю, о чем вы просите? А Халфбред какой фиолетовый, у которого там осталось несчастный Ламбермилл. ГГ. Я даже не понял как так. Причем он на первом месте по ресурсам, к сожалению, он... Квест даже больше заработал. Какой автоказ, кого резуректить будешь? Да, точно. Жуки, кстати, убивают дриад. Просто уничтожаем.